Почему у тебя не получается похудеть? Досмотри это видео и узнаешь ответ. Иногда в моей тренерской практике встречаются люди, которые упорно стараются в зале и следуют плану питания, но у них с трудом получается избавиться от лишнего веса. Некоторые из них уже перепробовали всевозможные диеты и системы тренинга, поэтому периодически сдаются и опускают руки. В таких случаях важно понимать, что наш организм по умолчанию стремится к гомеостазу, то есть к постоянству внутренней среды. И эта внутренняя норма организма зависит от многих факторов – генетика, обмен веществ, гормональные сбои, стресс. Но самое важное, что эту норму можно изменить, продолжая грамотно заниматься и следуя плану питания. Так всегда происходит. Поэтому не опускай рук, когда не видишь моментального прогресса. Ставь лайк и подписывайся. Здесь все про питание, саморазвитие и тренировки.